Welcome to the Black Sea, and today, guys, we're in for a real treat. Look at this beauty. We're delving into the Jurassic times. This here is a sturgeon fish, and it's a majestic fish. This is the fish that is responsible for all the black caviar the Russians are so famous for. And today, I'm at a hotel called Peter, and the chef here is a specialist in preparing this. And I can't wait to share this with you. Take a look. How majestic is that? Вот это его жир. Вот это. Это иногда, когда жарят рыбу, если хороший желтый жир, например, его сковородки делают, жир выходит, а там жарят. Его же жарят. Понимаешь? Самая такая часть. Перчатки должен был одеть, забыл. Опа. Она интересная рыба. Эти плавники в основном я не бросаю. Скажи, почему? Она может идти на уху, на суп. Видишь, как чистится? Она и так чистится. А если горячей водой, знаешь, делаешь, они не так выходят. Они по-другому выходят. Мне бы эту рыбу, честно говоря, кожу снял бы. Да? Это мне один повар подает. Значит, хороший повар. Ой, посмотрите, как снимаетесь. Вау! Да, конечно, она должна так сниматься. Это ремень можно сделать сейчас. Бусинки можно сделать. Звук, слышишь? Чистит. Эту машину как полировать, вот так полируешь. Мне мастер говорил, что это какой год, тебе скажу, да, 70-й, 69-й год. Мастер говорит, тот не мастер, когда осетрину чистит и руку не режет, палец не режет. Честно говорю. Это что по Ютубу показывает? Они все это моют, потом делают. У тебя натурально. Понимаешь, во-первых, кровь, свежая рыба. Супер. Да. Дорогая рыба, но очень вкусная. Во-первых, с него что хочешь, приготовишь. Все вроде пишется, что отходов где-то 45-50%. Но здесь отходов нету. Вот эти только. Остальное идет на кебаб, на суп, на жарку, на шашлык. Что хочешь. И с овощами приготовлю. Да. Хвосты и части, которые на шашлык не идет. Эти части будет. Постараемся сделать кебаб несколько, чтобы попробовали. Осетровый кебаб это один из этих, как тебе сказать, уважаемых блюд. Это уважаемая вещь. Например, Не хочу хвалиться, не каждый делает это. Не каждый делает это. Well, you can just tell that Vagiv here is a specialist. He's taken a completely fresh fish and he's preparing it. And what he's actually going to make from one fish are four different dishes.
and he's separating the different cuts depending on what dish he's preparing. And I tell you, this is a royal fish. It's a majestic fish. And we're in for a real treat. I don't think many people actually can do what he's doing right now. In the way that he's doing it, it's so traditional and it's fascinating to watch. And I'm even more excited about eating this. Вообще, все свежее хорошее. Это все идет на суп? На суп и на кебаб. Там буду выбирать я потом. Это мы даем, конечно, можно суп, можно уха по-царски готовить. Уха по-царски. Да, 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 да. Это рыбный суп, да? Рыбный суп, да. Именно с осетрина, да. Она потому и называется уха по-царски. So he's talking about a soup, уха, which is a typical Russian fish soup. It's done usually with salmon, but there is the tsar version or the imperial royal version, which is actually made from sturgeon fish. And that's why he's separating right here all the different cuts. This is going for cooking. That's going for shashlik. This is going for soup. So from one fish, he's actually making about four different dishes. Почти каждый 125-130 грамм идет вот так. И это сейчас для шашлык будет, да? Да, это для шашлыка. Сейчас потихо-тихо все свое место пойдет, так говорится. Для шашлыка там, это уже для рыбы поставим. Вы пока по 50 выпейте с овощами. Ну с вами, конечно. Да. Вы самый главный сегодня. Да, с овощами, так мы уже... Хорошая, да? Конечно. Вот ты руку трогаешь, как мяч. Как мяч, она тебе это делает, отталкивает. Рука не заходит. А это считается какое блюдо? Откуда именно этот деликатес осетрина? Потому что... Деликатес осетрина вообще-то из Каспии. Почему там много? Например, я в Волге был, там не готовят так. Нет. Да. Ну все страны, которые. Царское время его вообще шашлык не готовили. Его готовили целую с начинкой. Но сейчас есть еще лучше начинка. Начинкой готов. Оформляли и ставили королевские столы. А. Да. Кроме рыбы, вы еще что-то умеете там? Я не представляю, как вкусно. Я скажу, что все умею. Да, немножко так выйдет. Может, сейчас есть же там делают какие-то вещи там европейские туда-сюда. Но это все основа нашей кулинарии. Врет, что-то придумывает. Не придумывает. Они берут наше блюдо, не наше именно, да. Старое блюдо, и начинают над ним разрабатывать новые вещи. Mm. Новые вещи. А так новости нет. Технология одна. Суп. А мясо делаете тоже? Да, конечно. Потому что я вижу, что рыба вы эксперт, а мясо? Мясо вообще хорошо. Тогда в следующий раз будем это готовить мясо. Лучше, чем... Now, what we're actually experiencing is this kind of Caucasian cooking right now, and that goes with red wine. It's kind of like a must-have. And I think they're going to treat us to some. And this is homemade. This is foot made. He made it with his feet. So this is Konstantin. He actually owns this place near Varna. And he's, I think, one of the luckiest people there is to be able to live with this view all year round. And you got to remember, guys, this is the middle of January. What a paradise.
Cheers, Konstantin. Mm. Let's try his homemade wine. Maestro? Maestro? Let's drink to the chef here, Mr. Vagiz. Я одну вещь хочу сказать, чтобы вы знали. Эта еда не столько от меня зависит, еще окружающих зависит. Если здесь нормальные люди, душой хорошие, она будет получаться вообще шикарно. Ну, по идее, должно быть очень вкусно. Очень тогда. Вкусно Бомба. Будет, но это зависит. И у нас хорошая невеста. Ты снова у меня это вино. Вкусно. Я не могу, да, вот ну, так. Ну, понятно, что тебе три бокала много, когда ты так выпьешь. Это не кока-кола, это вино. Не могу я. Я тоже. А что это будет? Кебаб. Аситрина. Аситрина кебаб, да? Да. What we're doing here, guys, is kebabs made from sturgeon. Never had these before. Черный перец. A little bit of black pepper. Куркума. Куркума. Ну, куркума по-русски. По-арабски саркёк. Саркёк. Да. Остается через мясорубку два раза и все. Готово. Готово, да? Конечно. Только мангал зажигаешь. А это будет типа люля, да? Да. Да. Вау. Да. Ты где-нибудь слышал осетрины? Нет. Вот. Первый раз слышал, что люля из осетрины делается. Да. Из говядины, из баранины, да, но осетрина из курицы это... можно. Из курицы, из да? Из картошки можно. Даже из картошки? О, это сумасшедшее. Люля из картошки? Да, 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 да. Это будет интересно. Да, как обычная люля делаю из этого, из картошки. Да. Сделай, она свое берет. Да? Да. Вот. Сейчас чуть-чуть куркумы. Куркума. Куркума. И? Да. Сейчас что? Томат. Томат обязательно. Обязательно томат. Вот. Чуть-чуть этого. Это всегда думаешь, как смотрит камера. Смотри, улыбается. Она улыбается. Рыба улыбается, да? Да. Это для шашлык уже, да? Да. Это для шашлыка. Шашлык. Это для овощей. Для овощей. А здесь уже люля. Люля кебаб. Смотри. Wow. Будет хорошо. Я еще туда чуть-чуть петрушки сделаю, чуть-чуть. Хочешь зажги свет, чтобы было... Вот. Вот уже осетрина готова. Слышишь? Ну, иди, скажи один широкий шампур, дай. А я не вижу. Это осетровый кебаб. А, это так делается? Да, да, конечно. А, это ваш секрет, да? Нет, я это осторожно делаю, потому что это рыба.
Рыба, как мясо, вязку сильно не имеет. Вязку не имеет. Ее надо осторожно делать. Осторожно что? Правильно вот так. Видишь? Красота. Что я тебе говорю, что как будто на гитаре играешь. На гитаре, да? Толстые куски сочнее бывают. В советское время, знаешь, осетрина дорогая была и не было. Ни в Баку, в Ереване. Повара резали почти как колбасу. И на шампур как надевали. Лишь бы осетрин на стол вошел. Вот так. А вообще его вот так кушать. Красота! Да, да. И удачная осетрина это. Я отвечаю, знаю, что она удачная осетрина. Да? Ну, вы сами выбирали, наверное, этот рыба, конечно. Так. Ну, у вас опыт гибкая, есть? Гибкая, гибкая, да, конечно. Осетрину трогаешь, чувствуешь. Да? У меня один знакомый был, он из деревни был. В общем, знаешь, какое себе кафе сделал? Ну, беженец, да, он? Вот доски от ящиков, это туда-сюда прилепил, столы вот... Сломанные двое сидят. Туда какие люди приходили? На Голливагенах, на этих. Почему? Он день три барана покупал. Три. Резал безобразно. Безобразно. Резал безобразно. Мариновать я знаю, как он мариновал. Там не очень сложно. Да. Ну, вкусно было. И ему говорил, Аскер, ну, блин, что делаешь? Я знаю, что он делает, просто хочу сказать. Говорит, я с таких лет среди баранов вырос. Барана. Я ему в лицо смотрю, он говорит, ты меня можешь кушать, я вкусный. Честно говорю, есть такая вещь, что он так смотрит. Он чувствует, да? Чувствует. И у него шишлык, бесподобно. Три барана продал, кафе закрыл, все. Хоть с собой водку бери, хоть ничего. Он только шишлык. Ты, дурак, много останешься, я честно говорю. Я вот такие вещи тебе приготовлю, ты просто как гурман покушаешь. This guy is the real McCoy. He's the genuine thing. I mean, he's preparing foods and he's talking to me about foods that I'm just dying to try. And I'm having an idea here that perhaps I'm going to start a parallel channel with Vagiv here. And once a week, we're going to prepare some foods and share it with you guys, how it's done, how it's prepared. I think it's going to be an exciting thing, for me at least, because this just looks amazing and so unique. Смотрите, как краснеет. Смотрите, как... Вау. Ну, на кебаб, на острый. Краснеет. Качество это. Давай 50 грамм выпьем. Давай. Вино или водка хочешь? А да ничего. Это мое такое. Или это мое. За нас. За нас. Чтоб всегда мы улыбались, чтоб болезни не было. Чтоб вот от природы получали, что у него есть. А? Больше ничего. Да. Сюда смотри. Улыбается, улыбается. Конечно. Это и свежая, и крепкая осетрина. Вот, вот так делает. Так приятно. Эмин, Ари, Эмин. Да, Вагиб там объяснял поговорки, там объяснял, как делать салат. Ой. Только руками. Не горячий? Не, горячий, ну что ж горячий. Там, я снимал. What a treat, guys. Look at this beauty. Ну, мы должны... Надо еще монтаж 3 дня. Ну, я монтаж на 3 минуты сделал. Давайте там, я сейчас все, пообщался. Супер.
You can see how professional this guy is just by looking at all the little details. Все, моя красавица, пошли. Живая картина. Пошли, там хлеб, это лаваш есть. Там что надо положить, тарелки, вилки. Вау. Это играет, видишь, как хорошо играет. Да, прыгает, да, да, почти. Прыгает. This looks amazing. А ситрину я им сделаю вот такую, а тебе овощи хорошие. Супер будет овощи. Я тебе говорю, тебе овощи больше понравятся. Чем мясо, чем рыба. Да, да. He claims that his vegetables are even better than the fish. And you know, judging by the way he's doing this, если I don't невеста, doubt it. Ты овощи любишь? Да. В этом. Кто готовит и кто кушает за них. Невеста за тебя. Супер. Хорошее вино очень. Сначала надо их одну сторону пожарить. Потом весь поворачивать. А потом, когда поворачивать, уже надо овощи класть. А. Да. А потом. И как долго? А ситрина что готовить? Это быстро, да? Да. Главное, что этот ушел. Вода. Нормально, пусть жарится. А. Надо его с места двинуть. О, когда двигаешь, она уже ловит свое. О. О. Запах как? О. Ты что говоришь? Даже если принципу взять, по принципу взять, можно еще помидоры. Но это помидоровый пюре, ничего, чуть-чуть положим так. Должна быть это. Вот. И этот весь пучок, все деревья. Да. Конечно. Главное, чтобы сок дал. Помидоры, если сок даст, потому я люблю. Например, духовки шикарно получается. Гриль можно даже. Белуга вот сковородки. Очень вкусно. Белуга нет. А ситрина заливная хорошо. Это царская блюда. Ел ты заливную? Заливную рыбу ел? Заливаю. Те времена. Короли заказывали осетрину целую. I'm telling you guys, the smell is just unbelievable. If I could just share with you guys the smell that we're experiencing right now, it would be just amazing. Да. This is a serious, serious treat, guys. I mean, to have such a privilege for a chef like that to be preparing this fish for us is just fantastic.
А ну понюхай. Честно говоря, это уже не для камеры. Понюхай. А, да, нет? Как просто. Да. Нереально. Да. Вкусно пахнет. Да. Честно говоря, она очень. Вагив, я попробую сейчас. Кто хочет попробовать? Возьмем кусок люля. This is люля kebab, which is a minced meat usually, and he's done it with the sturgeon. This is the kebab. Я всегда им говорю, они не понимают. Осетрина белуга, вот так еще лучше. Люля. Иди, да, родной. А. Иди. Куда иди? Это люля, да? Да. Mm. Ну, пересоленная, как всегда. А? Да. Нормальный соль, ты что говоришь? Какой я знаю. А ты можете мне сказать, там, вы сами попробовали ваши люля, как он? Шикарный, сочный. Шикарный, да? Честно говоря, сочный. Mm. Нет, не понравился тебе? Понравилось, очень вкусно. Да очень соленая, да? Нет. Просто вы привыкли, европейцы мало соль кушают. Mm. Во. Ага. Супер. Ну. Кебаб вкусно, да? Ну, нет. Посетили. Мясо. Ну да, шашлык. Mm. Кушает и пока ничего не ел. Они сейчас все покушают. Вот. This is the шашлык. And I'm telling you guys, it is so juicy, so moist, and it just has some substance to it. Сочный, нет? Да. Now I'm going to try this. Соленый, честно говоря. Vegetable. Нет. Вечно у меня брак. Vegetable with как? Fish. Один к одному, Эмин. Один к одному. Одна пара сахара. Это просто уникально. Иди, мой родной, иди. Wow. These vegetables, guys, are absolutely amazing. They're so fresh. Хлеб домашний? Ну да, на женщину делать. Даже могу сказать, здесь соли мало. Соль мало? Вот здесь. Там нормально. И все штуки нормально. Но! Все абсолютно вкусно. Mm-hmm. Я буду кушать люля. Вагив, да. Ты просто молодец. Mm-hmm. Спасибо тебе большое. На здоровье. На здоровье. Guys, I tell you what, this was ideal. And what a finale. Так, спокойно кушайте. Через 20 минут, 30 минут, когда я буду им делать, вам тоже пару шампуров горячих покушаете. Вот так. Guys, I tell you what, this is absolutely amazing. And if you ever come to Varna, you want to find Hotel Peter, and Vagiv here will make you this amazing food. I tell you, you won't regret it. Well, guys, another fantastic day of traveling on the Black Sea. It's an absolutely beautiful place. Once again, we're at the Hotel Peter, right near the Varna, the city of Varna. And the head chef here, I've got to say, is so unique, so unusual. And I tell you, if you ever get a chance, definitely come and check this out. You will taste things I don't think you've ever tasted before. Cheers, and remember, enjoy your journey.